привет! Вы на канале Ефимов Евгений. И сегодня очень необычный формат. Я позвал мощных атлетов, идите сюда, чтобы специально для вас затащить сложные элементы на турнике. Будет мощный большой видос. Вы обязательно посмотрите до конца, поставьте лайк, ведь ваша активность покажет, нравится ли вам такой формат. Если видос зайдет, таких видео будет на канале очень много. Все зависит от вас. Ну а мы начинаем. Ну что, начинаем тренировку. Ребят, давайте рассказываем, какие хотите элементы сегодня пробовать. Так, Матвей, я иду на тебе. 540? Да. Какое 540? Кинг. А, кинг 540. Леха, ты что планируешь? X-вылет на 360. X-вылет на 360. Ух, уже была годная попытка. Ну, сейчас будем встретить. В общем, ребята, давайте залетаем по очереди турник, и там вы сами покажете, что будете сегодня пробовать. А я буду вам, собственно, подсказывать. Леха, вылета мало. Попробуй более размашисто взять кач. То есть нужно впереди взять затяг, как на обычных X-вылет, но еще больше. О, сейчас будет... Егер. Опа! Почти, почти. Ну ты, Тоха, молодец, почти сделал. Бери турник, немножко выше можно вылететь. Главное, приземляйтесь аккуратно, не забывайте маты поправлять. Так, Славик делает. Как этот элемент называется? Опа! Это называется внутренний извис сзади. Внутреннее сальто извиса сзади. Но он хотел зацеп делать. Так, Валера, ты сейчас, да, делаешь? Угу. В общем, ребят, атлеты будут сегодня учить элементы. Вы видите, у них уровень неплохой. Уже что-то получается. Ну, а с вас поставить лайк. И... Оп! Треху, треху. А ты что хотел сделать? Разминаешься просто, да? Так, Матвей, снимаем. Давай. Что же сейчас будет? Что, это качок сейчас будет? Давай, ты магнезии не надо? Принесу сейчас магнезии. Давай, делай. Давай, четко, четко, красиво. Давай, давай, давай. О, в руки! Е-е-е! Красавчик, красавчик. Матвей, на, в комбинацию добавить. Ткачев и сразу в иксуху. Я принесу. Давай сейчас еще по элементику, и я несу магнезию. У нас тут есть. В следующий раз свою принесу еще. Леха, Леха, рано отпускаешься. Прям попробуй затянуть так, чтобы ты очень высоко вылетел, выше турника, где-то по пояс. Нужно взять большой затяг впереди, а потом резко вылететь вверх, высоко подняться и крутануться. Больше кача, давай. Врывайся, резко. Медленно, медленно и далеко немного. Давай, тащим. Давай, кач. Спиной помогай. Попробуй немножко спиной помочь. Как бы низом спины так раз под хлёст небольшой взять. И будешь делать. Так, давай. Лёха еще делает. И я иду за магнезией. Ребята, пока я хожу за магнезией, поставьте лайк. Хотя для вас это будет одна секунда. Очень близко. Лёха, Лёха, послушай, я тебе скажу. Вот ты сейчас был ниже турника. Ты берешься, тебя срывает. Чуть выше вылети, и ты сделаешь. Так, продолжаем снимать. Магнезию я принес, атлетам будет удобней. И сейчас будет обычный X-вылет от Славика. Слушай, тебя назад чуть сдернуло. Чуть-чуть, еле-еле. Выше вылетай, руками помогай. И будешь тащить четко. Ребят, как вам наш зал, кстати, напишите. Смотрите, я думаю, здесь теперь очень кайфово тренить. И смотреть, как ребята тащат разные элементы. Да, это, наверное, первый видос, где не я сам себя снимаю, там что-то изучаю, а где я снимаю атлетов. Давай. Камбу попробуй. Тише. Давай, тише, тащи. Перехват. Рот. Давай, продолжай. Воу! Я просто офигел сейчас. Это была семера халявная плюс перелет Ткачева. Кстати, может быть, сегодня уговорим еще одного атлета сделать перелет Ткачева. Красавчик, вообще круто. Солнышко, оборотики. Опа. Перехват. Антон сейчас будет пробовать егерь. Давай, выше тазом, тазом помоги. Е-е-е! Очень близко, очень близко. Две руки хватают, чуть-чуть вылета не хватает, чтобы распрямиться прям в турник. Затяга, Слава, больше. Впереди подержи. Ноги резко, руки согнул. Не, не то. Вот сейчас я специально останавливаю камеру и показываю, что Слава делал не так. Он обязательно затащит этот элемент. В общем, Славику объяснил, что у него не так с X-вылетом. Сейчас Матвей будет пробовать King 540. Давай, давай. Крути! Воу, круто.
Так, ребят, надеюсь, я не очень сильно ору. Если я сильно комментирую очень громко, дайте знать. Будем работать, чтобы вам было... Да, близко, близко. Оу! Блин, а я и не снял. X-Willy топовый. Леха, красавчик. Ты, наверное, второй у нас в Волге, кто затащил этот элемент. Угадайте, кто первый. Не буду. Ну, короче, в комментариях напишите. Красава, Леха. Надо давай в комбу его добавим. Давай, оп. Красава, ты не на землю пробился-то там? Аккуратно там. Кстати, в пятеру бы зайти, было бы круто. Давай, качи, вылет, подхлёст, как на солнышко. Тоха, очень близко. Не хватает именно тебе такого подхлёста вверх, чтобы ты четко ворвался. Кто, блядь, поёт? Золушка? Это Слава сейчас будет под свой любимый трек тащить. Давай. Затяг впереди, большой вылет резкий. Немножко подержать. Жду, вылет, хватай. Ну, сейчас было лучше, мог сделать. Было лучше. Короче, сзади нельзя... Это у нас, кстати, Игорь. Он тащит джимбар. Давай, Игорь, удиви. За джимбар и двор. Что такое? Это крисали, как я помню. Ребята, снимать джимбар для вас. Интересно будет посмотреть. Джимбар в массы. Йоу, круто. Круто. Ну что, какой элемент пробуем? Ты пока что будешь чисто по кингу, да, пробовать? Очень близко старайся коснуться турник. Давай. На, чуть-чуть раньше выстрелить. Давай. Вкручивай! Хватай! Чуть-чуть не докрутил. Руки высунул, но немножко как бы не довел винт сам еще. Но близко, это очень круто на самом деле. Только держи. Давай. Сделал, но отпустил руки в конце. Очень близко. На самом деле, может с луны попробовать? Или тебе стрёмно с луны делать? Не очень, да, тебе? О, а это вообще легендарный атлет Вологды, Александр Купин, кто его знает. Тоже джимбар, но он при этом... Смотри, что сейчас будет. Раз. Оп! Опа! А он был не с отмаха, не с седа, а с раскачки. Видели такое? Давай, сделай. Давай! Это было, Саня, аккуратно. Ну вот, ребят, опять же, смотрите, насколько полезны маты. Они просто спасают жизни. Ну что, Лех, давай. Но только я не знаю. Ребят, продолжаем. Семеру? Ничего себе. Надо, кстати, мне тоже семеру получить. Халя... Так все, ты взялся. Кстати, халявную семеру тоже буду восстанавливать. У меня сейчас уже мозоли почти зажили. То есть простые элементы делаю легко. Скоро буду тащить сложные. А пока посмотрите, как тащат наши атлеты. Так, на иксухе затяг сзади тоже нужно. Впереди подержать. Сзади. Выстрел, хватаешь. Давай потом 180 лач-гейнер. 180 лач-гейнер на будущее. Ну, треха, давай. Слава, старайся делать без лишних махов. Сделай иксуху 180 гейнер. Ну ничего, я в тебя верил, что ты сделаешь. Ты... Да, молодец. Давай, Матвей, не торопись, делай четко. Оп, хороший X-вылет. Оп, гейнер зацеп. Отлично, мощные комбы. Это база динамики. И лач гейнер. Видели, что он был сделан с нижнего хвата. Это очень интересно. Ребят, вот снимаю, так хочу сам ворваться и затренить. Давай, таз тяни. Хватай, все сделал. Так ты... Тоха, вот сейчас ты 100%, у тебя запас прям был. Сейчас был запас. Саня, давай хорошо сделай. Не торопись, главное безопасно. Давай, но четко. Ты можешь, мы в тебя верим и знаем, что ты можешь. Давай, Саня. Ну, я усложнил его. Мы знаем, да. Сейчас будет усложнение Ткачева в стиле джимбар, наверное, да? Не знаю, там джимбар. Ну, ладно. Легенда. Давай, Сань. России, я бы сказал. Легенда джимбара России. Давай. Тащи. Выстрел. Вылет. Ой, хорош. Перехватка. Почти в упор. Так, Слава сказал, что хочет учить гингера. Это тоже такой довольно-таки сложный элемент, но даже спорно, может быть, средний. Слушай, база есть. Давай я тебя научу. Сейчас, короче, вырубаем камеру. Я тебе объясню, как делать. И будем пробовать. Ну, сейчас еще Леха что-то затащит. Да, давай, Леха, давай. О, стульчик затащил. Давай, я отойду, чтобы снять красиво. Оп, тащи! Ой, хорош! Леха, больше размашисто. В плечах растягивай и крути размашисто. И вылета сейчас не хватило немного. Че, может, внутренний снять?
Короче, в будущем, я думаю, буду тоже, если будем такие видосы еще снимать, наверное, буду тоже с ребятами тащить элементы. Ну, посмотрим, конечно. В любом случае, моих видосов и так много на канале. А сейчас будут видосы учеников, как они тащат и просто показывают нереальный уровень, ребят. Еще раз. Ты двух хотел? Давай двух. Давай ткачев, но в комбу какую-нибудь. Всегда, ребят, комбы развивают. Вот именно если хотите тащить на сорье, вы хотите жесткий уровень, тренируйте комбы. Затащить элемент — ничего, затащить комбу — вот это реально топ. Тащи! Ой-ой-ой. Немножко ноги подогнул, но это нормально. Вкручивай. Ничего, нормально. Это что у тебя, трехи в разные стороны, что ли? Хорош. Сейчас рассказал технику Славе, он будет про. Держи, отпускай. Нет, Слава, за спиной тянуться не надо. Тебе надо голову повернуть. Посмотри на турничок в конце. Понял, да? Ой, хорош. Тоже не тяни одну руку, а просто, Валера, посмотри. И две руки к турнику потяни. Хотя бы ты станешь на землю, но ты законтролишь элемент. Мы должны его тащить. Ой-ой-ой. А вот это прям махом так четенько вошел. Круто. Давай, давай. Тоша, затащи. Мощность сделай. Оп. Странно, очень странно. Вроде берется атлет, а вроде срывает. Я лично считаю, это из-за вылета. Надо чуть выше вылететь. Но это круто. Давай, руку держи, и потом главное турник увидеть в конце. Смотри на турник. Нет, нет, Слава, не надо руку выводить. Как только ты назад ее потянул, твоя крутка, все, пока, сказала тебе. Пытайся на турник посмотреть в конце, хорошо? Да, да, нет, не так, а именно во время вылета прям смотри на турничок. Сейчас я бескачаю, попробую, чтобы что-то. Тебе нужно именно законтролить этот оборот. О, что это сейчас будет такое? Неплохо, вылет хороший, надо чуть-чуть выше. Так, снова попытка егеря от Антона. Давай. Давайте смотрим. Давай, спиной стрельни вверх, и на таз. Оп, хорош! Блин, красавчик, я даже поверил, что ты сделаешь. На самом деле техника крутая. Давай, пробуй, пробуй, Слава, пробуй. Я буду тебе ошибки рассказывать, ты научишься. Сейчас я понимаю, в чем у тебя ошибка. Все, давай, вырубаем камеру и объяснение номер два, а потом покажу прогресс. В общем, я объяснил Славику технику во второй раз, даже показал уже. Сейчас смотрим. А у тебя левая рука. Во, лучше, но все равно, Слава, не распускай группировку. Твоя сегодня задача — двумя руками коснуться турника, минимум. Минимум двумя руками коснуться. А максимум сделать элемент. Так. Наверное, Супра 540 будет. Давайте, ребят, верим в Леху. Тащи! Вообще офигенно затащил. Вообще круто. Вообще очень круто, парни. Молодцы. Ребят, напишите в комментарии, хотите, чтобы я с атлетами также показал тренировку статики. Ну, я думаю, всем интересна динамика. Так, это винт типа, да, ты пробовал? Интересный винт. Ты затянул, короче, а потом вкрутил винта. Давай, стоп. Давай, стоп. Давай тяни. Вот. Все, нормально. Да. Давай, Слава, пробуй. А вы, атлеты, можете, которые смотрят этот канал, сегодняшний видосик, можете смотреть, как ребята тащат, и тоже учиться. Одной рукой задел, но ты тяни две руки, мало одну. Привыкни, что будешь одну тянуть, и потом сложно переучить будет. Так, ты что будешь делать такое интересное? Так, это джимбар. Это, наверное, выход сейчас такой будет, принц. Ух, жестко. Ребят, видели такое? Я думаю, видели, но тем не менее это дичь. И в Невеладу потом обратно. Офигеть. Давай. Ты когда меня закладываешь, мне типа вот. Давай, Слава, пробуй, пробуй. Крутить этот элемент. Две руки! Не, не видишь. И, кстати, вылет уже можно больше пробовать, но давай двумя руками и турник увидеть надо. Покажешь потом? Потом, потом. Так, Матвей, давай, я проверю. Так вообще отлично, вообще класс. Самое важное, что ты ось вращения не теряешь, это круто. Можешь затащить? Можешь, вполне. Давай. Самое важное — ось вращения не терять на 720. У-у-у, быстрая крутка. Круто, круто, почти сделал. Так. Давай, давай, выше тоже, выстрел, ноги прижал. Не, рано отпустился, обычно из-за этого сделал. Давай, тащи, Матвей. Что же сейчас такое будет?
Давай, кача больше. И чисто в оборот. Опа. А, так ты перелет углом хотел. Я думал, ты вообще семеру сейчас делать будешь. На перелет углом надо хлеста больше давать. Надо тазом помогать. Давай, Леха. О, не, не затянул вверху вообще нисколько. Руки сильнее сгибай и затяга больше. Блин, я тоже хочу этот элемент попробовать. Что и делать. Не забудь чуть-чуть развернуться, на, чтобы четко схватить-то. Чуть-чуть на разворот. Валера, подавай. Саня, Ваня, подойди-ка. О, Иксуха, Гингер. Интересно, интересно. Виз будет? О, передний виз, это я люблю. Красавчик. Немножко провисаешь в пятой точке, на немножко корпус жестче держать. Давай, тащит. Не, тазом, захлеста тазом нет, ребят. Вообще, вот это вот единственный минус, который я сейчас вижу у вас в перелете углом, не хватает таза. Сейчас, наверное, прям сам ворвусь и покажу. Ну, хотя, это мозоль на оберечь. Во! Прям развернулся как надо. Давай, давай, это хорошая тема, базовая. Вылетаешь. Главное, затяг сзади возьми, будет хороший икс-вылет тогда. Давай, держу. Все, пока, да? Мозоли сорваны? Давай, тащим, Матвей. Оп, полет. Резче грудку. Ой, хорош, очень близко, очень близко. Больше выстрел. Да не смотришь на турник вообще. Вот прям это видно. Так, Саня что-то делает. Это что-то из джамбара, что-то, наверное, мощное сейчас будет. Или Сашенька, можешь интересно. Сейчас ёбну. Давай. Опа, на одной руке. Йоу, и в нивеладу. Мощный джимбар. Твоя проблема, что надо разворачиваться взглядом, искать турник в конце. То есть, чтобы повернуться телом к турнику, надо и на него посмотреть. Смотри на турничок. Во! Уже, по крайней мере, к турнику лицом повернулся, уже лучше. Кача больше, вылета больше. Не хватает вылета тебе именно на гингере. Так, Валера делает. Опа, оборотик. Это типа перышко, да? Давай, тащи. Ну ничего. Не, маха мало. Так, пацаны, все нафиг, иду показывать как надо. Все, кому камеру дать? Давай, Лёха, Лёха, давай, снимай, продолжай. Я все, я врываюсь. Я устал на это смотреть, мне хочется самому показать что-нибудь. Жека сейчас будет делать перелет углом. Короче, все, я устал смотреть на эти перелеты углом. Хочу показать им как надо, но у меня сорваны вот здесь вот мозоли и вот тут вот немножко. Но ничего страшного, короче, я пробую. Чтобы тащить перелет углом, надо вот так вот тазом себя подкинуть, прям вымахивать, чтобы вы выше турника летели. Я покажу, давай, Жака. Во, отлично. Все, отлично. Давайте, чтобы повторили, пацаны. Давай, тащи. Не, Слава, вообще по технике то. Мэдман, Мэдман, давай свою приду вначале за трение, а потом как у Мэдмана. О, силовуха пошла. Ой, хорош. Может, давай попробуем? Да. Кстати, ребят, на канале скоро юбилей, 20к подписчиков. Уже 20к? Не, еще нету 20к. 250 этих не хватает, чувачков. 250? Да, поэтому подписывайтесь. Да, короче, и подписывайся. Давай, крути. Ой, вообще близко. Надо понять, что не хватает. Мне кажется, все-таки чуть раньше реально надо. Вот сейчас вот, по крайней мере. Да, вон хотя бы такой. Так, Леха тащит. Мощный атлет. Давай, держи! Воу! Машина, просто машина. И опять маты спасают, ребят, заметьте. Маты в воркауте прям эта тема. Ты мог сделать, мог сделать. Руку прямой держи до конца. Тебе надо как раз немножко себя подкинуть было. Саня! Давай, Слава, смотрим на тебя. Саня! Короче, я вырубаю камеру и объясняю пацанам пятеру. Давай, пробуем пятеру. Пробуй переставить руку и сделать как будто обычное 360. Давай, 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 давай. Не торопись, кача. Не торопись, медленно. Переставляю.
Ну вот, было близко, но ты торопишься, суетишься. Ты можешь сделать лучше, давай. Тоже кач. Опа, здесь что-то будет другое. А, это силовушка, силовушка. Хорош. И гения. Давай, тащим, тащим. Ребят, наверное, это будет самый длинный видос на моем канале. Ой, хорош, сделал. А вот это не хватило затяга сзади. В плечах сзади не отошел, короче, и все. Пацаны, пацаны, старайтесь перед камерой не ходить еще. Не, не егеря, не егеря. Ребят, закупайте попкорн, садитесь. Да. Короче, творожок себе там намутите, и чтобы мышцы росли, и смотрите наши видосы. Тащим. Давай, Матвей. Кинг, да, пробуем. Раньше пускай. Очень. Ты коснулся, да? Я схватил. Воу-воу. Коснулся турника. Молодец, молодец. Блин, если еще кинг сегодня сделаем, это будет просто очень мощный видос. Хорошо. Давай, тащим комбы. Силовуха плюс динамика. Ой, хорош, ты близок был. Вылет чуть посильнее на пятере. Давай. Дабл, пятера. На первой пятере растерялся, мне кажется. Да, я думал, что... Слава. Не, маха нет, руку согнул, перехват не сделал и тому подобное. Домой. Да, согласен. Хорошо сделал. А тут тебе раскачки не хватило, Антон. Пятера. Ты в разнохват хотел пятеру сделать? Прикольно. Короче, давайте еще по элементу и будем потихоньку закругляться. Потому что и так уже видос большой. Давай, Леха. Тут-то ладно. Главное, чтобы там загорать. Давай, есть. Давай, вылет руками. Крутка. Чуть-чуть не хватило амплитуды опять же. Давай. Мортира сейчас будет, кстати, смотри-ка. Опа, это мортира, прям на лайте. Прям на лайте. Молодец, это талант. Саня. Так, отходим, сейчас делает у нас Матвей кинга. Я, кстати, хочу затащить... А, ты комбу тащишь? Ну, это тоже мощно, это еще даже интереснее может быть. Снимаем со всех сторон тебя. Давай, тащи. Подписывайтесь на инстаграм атлетов, потому что они реально стараются. Давай! О, хорошо! Мне кажется, я никогда столько перелетов Ткачева в одном видосе не видел. Ё-моё! Хорош, хорош! Комбат Матвея. Смотрим. Опа, пятера. Потихонечку, ребятки, заканчиваем. Итак, видос вышел большой. Нормально, нормально. Пробуй, пробуй. Так, и еще мощнейшие элементы от Матвея. Комба, раз. Гингер, отлично, продолжай, продолжай, не торопись. Делай. Это треха, треха. Опа! И на сегодня это все, ребят. Обязательно подпишитесь на канал. Если вам нравятся такие видосы, дайте мне об этом знать. Мы будем снимать такое чаще. Всем пока. No time to relax. Wanna hit the airways with these tracks. All these other guys claim they're fly. I'll be on a flight, them guys can't catch. Still picking up all of your crap. Man weren't spending any time in the track. Got me and my brothers locked down in the lap. Messing with the bass, like breaking back.